Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вас вновь приветствовать на уроке русского языка. Ознакомимся с темой нашего урока. Ребята, мы начинаем изучение второго раздела, который называется «Устное народное творчество». Устное народное творчество еще называют фольклором. Это то, что переходило из уст в уста и дошло до наших дней. То есть это произведения или какие-то предложения, которые были придуманы народом. Поэтому это устное народное творчество. У устного народного творчества нет автора, поэтому его передавали из уст в уста. А мы с вами сегодня познакомимся с азербайджанскими пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки – это четкие, меткие высказывания. Наверное, вы не раз слышали, как их употребляли взрослые. Ваши родители, учителя. Научитесь и вы использовать их в речи. Давайте познакомимся с пословицами и подумаем над тем, что каждая из них обозначает. Первая пословица – лучший друг – мать, лучшая страна – родина. Конечно же, каждому ребенку лучший друг – его мама. И лучше всего человек чувствует на своей родине. Где честь, там и хлеб есть. То есть, если человек честно выполняет свою работу, он всегда сможет заработать на кусок хлеба. Одной стрелой двух птиц не собьешь. Это значит, ребята, что нельзя одновременно браться за два дела. Нужно сначала выполнить и закончить одно, а потом переходить к другому делу. Лучше быть слугой мудреца, чем господином глупца. У мудреца мы всегда можем научиться чему-то хорошему. А вот если у нас в услужении будет глупец, какое бы дело мы ему ни поручили, он с ним не справится. И нам придется выполнять это самим. Следующая пословица – близкий сосед лучше дальнего родственника. У каждого из вас, ребята, есть соседи. Когда нам что-то нужно, в первую очередь мы обращаемся к своим соседям. Если соседи у нас дружелюбные, готовы прийти к нам на помощь, мы не можем сказать, что они лучше дальних родственников, но они нам ближе, к ним мы за помощью поспешим раньше наших дальних родственников. И последняя пословица – выпущенная стрела назад не возвращается. Стрелу выпускают, ребята, из лука. Ее невозможно вернуть назад. Точно так же, когда мы что-то говорим, мы уже не можем взять свое слово назад. Поэтому прежде чем что-то сказать или сделать, нужно немного подумать о последствиях наших действий. Прочитайте пословицы, ребята, еще раз и постарайтесь их запомнить наизусть. А мы сейчас постараемся ответить на вопрос. Почему речь с пословицами и поговорками звучит выразительно и красиво? Если мы используем в своей речи пословицы как четкие высказывания, конечно же, наша речь звучит более красиво, более выразительно и более грамотно. Но пословицы, ребята, тоже нужно использовать по назначению, а не просто так перечислять их. То есть, если вы видите какой-то определенный случай, то в данном случае подходит определенная пословица. Если вы научитесь использовать эти пословицы, то ваша речь будет намного выразительнее. А мы переходим, ребята, к изучению грамматического материала нашего урока. Вспомним, мы с вами недавно рассматривали слова «семя» и слово «семья». И выяснили, что в слове «семья» разделительный мягкий знак меняет значение слова. То есть нельзя написать слово «семья» без разделительного мягкого знака. И выяснили, что разделительный мягкий знак пишется после согласных и перед гласными «и», «е», «ё», «ю», «я». То есть он их разделяет. В ваших учебниках на страничке 99 есть сведения. Разделительный мягкий знак пишется после согласных и перед буквами «е», «ё» и «ю», «я». Также мы сейчас вспомним и разделительный твердый знак. Как вы помните, Мальвина объясняла Буратино разницу между словами «сели» и «съели». Если в слове «сели» добавить твердый знак, получается слово «съели». Как вы помните, разделительный твердый знак – пишется после согласных и перед гласными «е», «ё», «ю», «я». Об этом в ваших учебниках тоже есть сведения, но уже на страничке 100. Обратите внимание, разделительный твердый знак пишется
после согласных и перед буквами «е», «ё», «ю», «я». Именно над этим мы с вами, ребят, сейчас и поработаем. Откройте, пожалуйста, свои тетрадочки. Мы выполним упражнение 1 со странички 99. Нам предлагают списать пословицу, в которой есть слово с разделительным мягким знаком. Давайте вернемся к пословицам и вспомним, в какой из пословиц мы встретили слово с разделительным мягким знаком. Это пословица, ребята, третья. Одной стрелой двух птиц не собьешь. В слове «собьешь» есть разделительный мягкий знак. Выпишем это предложение. Одной стрелой двух птиц не собьешь. И подчеркнем разделительный мягкий знак. Запишите, пожалуйста, предложение и точно так же подчеркните разделительный мягкий знак. Сегодня, ребята, мы добавим в наш сундучок словаря новое слово. Это слово «попугай». Хоть мы и произносим «попугай», но на письме мы пишем букву «о». «Попугай». Ударение падает на звук «а». Пожалуйста, добавьте это слово в свои словарики и запомните его написание. На страничке 99 мы сейчас будем выполнять упражнение 3. Давайте посмотрим, что там нужно сделать. Измените слова по образцу. Дан образец. Улей, ульи. Улей – это один улей для пчел. Ульи во множественном числе много. Слова у нас – соловей, муравей, воробей и ручей. Давайте изменим эти слова точно так же, как у нас изменили в образце. Один соловей – много соловьи. Один муравей – много муравьи. Один воробей – много воробьи, один ручей и много ручьи. Обратите внимание, ребята, в образце подчеркнуты согласные двумя черточками, а гласные – одной. Вы точно так же, пожалуйста, подчеркните у себя в тетрадочках. В этом упражнении, ребята, есть и вторая часть. Для этой части тоже дан образец. Дерево – деревья. А там записаны слова «стул», «брат», «лист», «перо», «друг». Изменим и эти слова. Стул, стулья, брат, братья, лист, листья, перо, перья, друг, друзья. Во всех этих словах на конце оказалась буква «я». Запишите точно так же и подчеркните, как в образце согласные и гласные буквы. А мы с вами выполним упражнение 3 на страничке 100. Упражнение 3. Нужно списать слова, вставляя разделительный мягкий знак или твердый знак. Слова у нас такие. Давайте вместе прочитаем слова, ставим пропущенные буквы, а потом вы самостоятельно запишите это упражнение. Готовы? Начнем. Итак, первое слово – подъезд. Звук «д» звучит твердо, значит, в этом слове у нас твердый знак. Запишем. Вьюга. Звук «в» звучит мягко, значит, в этом слове у нас мягкий знак. Копье. Звук «п» звучит мягко, значит, мягкий знак. Объявление. Звук «б» звучит твердо, значит, твердый знак. Съемка. Звук «с» звучит твердо, значит, твердый знак. Объезд. Звук «б» звучит твердо. Твердый знак. Листья. Звук «т» звучит мягко. Значит, мягкий знак. Деревья. Звук «в» звучит мягко. Мягкий знак. Въезд. Мы слышим твердый звук «в». Запишем твердый знак. И последние два слова – подъем. Звук «д» звучит твердо. Записываем твердый знак. А в слове «воробьи» – «воробьи». И звук «б» звучит мягко. Здесь нам понадобится разделительный мягкий знак. Самостоятельно запишите это упражнение. А также для самостоятельной работы я вам предлагаю выполнить упражнение 2 на страничке 99. Из слов данных в упражнении вам нужно выписать только слова, в которых есть разделительный мягкий знак, и подчеркнуть их по образцу. А наш урок, ребята, подошел к концу.
Как вы помните, сегодня мы познакомились с одним из видов устного народного творчества, с азербайджанскими пословицами. Эти пословицы вы перечитаете и постарайтесь выучить несколько из них наизусть. И, пожалуйста, повторите грамматический материал, который мы изучали. Мы говорили с вами о разделительном мягком знаке и разделительном твердом знаке. У вас есть сведения на страничке 99 и 100. Повторите грамматический материал и запомните изученные пословицы. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас вновь видеть! Тема нашего сегодняшнего урока называется «Другие способы сложения». Откройте, пожалуйста, ваши учебники на страничках 19 и приступим к выполнению заданий. Итак, сколько всего яблок будет в корзине, если все их переложить из тарелок в корзину? Как можно это определить, не пересчитывая все яблоки? Давайте посмотрим, сколько яблок на первой тарелке. Их 5. Сколько яблок на второй тарелке? 3. На третьей тарелке тоже 5. Выпишем эти числа. А теперь ответим на вопрос, как можно узнать, сколько их будет всего, если мы все яблоки переложим в корзину. Конечно, вы скажете, надо все это сложить, и будете правы. Давайте поставим знаки плюс. 5 плюс 3 плюс 5. Давайте подумаем, как можно решить этот пример. Конечно, легче к 5 прибавить 5, получим 10, а затем прибавить еще 3. Получим всего 13 яблок. Правильно, ребята. А значит, теперь давайте послушаем. Если при сложении трех чисел есть два числа, сумма которых равна 10, то легче сначала сложить их, а потом к 10 прибавить третье слагаемое. Например, 6 плюс 5 плюс 4. Нам легче сложить 6 и 4, мы получим 10, а затем к 10 прибавить 5. 10 плюс 5 равно 15. Это же можно проследить на числовой оси. К 6 прибавить 4, то есть в прямом порядке от 6 4 шага, получаем 10, а затем от 10 еще 5 шагов наверх в прямом порядке, получаем 15. Теперь нам умный цыпленок предлагает вспомнить, как найти сумму трех чисел, если среди них нет двух слагаемых, сумма которых равна 10. Давайте подумаем, и вы ответ на этот вопрос найдете при решении следующих примеров. Посмотрим внимательно на экран. Запишите примеры для нахождения общего количества кубиков. Смотрим образец. У нас 8 кубиков, 7 и 3. Чтобы найти общее количество, все это объединили. То есть к 8 прибавили 7, прибавили 3. Нам легче к 7 прибавить 3. Мы получим 10, к 10 прибавить 8, 18. Смотрим пункт А. У нас сколько кубиков? 1, 2, 3, 4, 5 и 3. 8 кубиков, 4 кубика и 2 кубика. Значит, мы с вами запишем пример 8 плюс 4 плюс 2. 8 и 2 сложить легче, получим 10, к 10 прибавить 4, 14. Значит, мы можем записать это в таком виде. Решим пункт Б. Сколько у нас синих кубиков? 2, 4, 5 и 4, 9, 4 и 6. Запишем 9 плюс 4 плюс 6. Нам удобно сложить 4 и 6, мы получим 10, к 10 прибавить 9, 19. Запишем ответ. Теперь давайте запишем примеры для нахождения общего количества кружков. Пункт А. У нас в первой десятичной рамке 9 кружков, во второй рамке 4, в третьей рамке 1 кружок. Какой пример можно записать для нахождения общего количества? Запишем 9. Плюс 4 и плюс 1. Что нам легче сложить? 9 и 1. Получим 10. 10 плюс 4 получим 14. Теперь решим пункт Б.
Сколько у нас кружочков? 7, 6, 3. 7 плюс 6 плюс 3 равно. Нам легче сложить 7 и 3. Получаем 10. 10 плюс 6, получаем 16. Теперь найдем сумму. 5 плюс 5 плюс 5 равно, конечно, 15. Верно. 12 плюс 2 плюс 5. Мы сначала можем 12 прибавить 2, получим 14. 14 плюс 5, получаем 19. 7 плюс 4 плюс 3. Здесь нам удобнее. К 7 прибавить 3, получим 10. 10 плюс 4, 14. 11 плюс 4 плюс 3. 11 плюс 4, 15. 15 плюс 3, 18. Ответ равен 18. Оставшиеся примеры, думаю, вы решите самостоятельно. Ну а мы смотрим дальше. Теперь посмотрим, что нам говорит умный цыпленок. При сложении двух чисел легче к большему числу прибавить меньшее число. 4 плюс 12 равно 12 плюс 4. Ребятки, это мы с вами уже знаем, так как мы с вами изучили переместительные свойства сложения. Давайте вспомним, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. И поэтому на числовой оси к 4 прибавить 12 шагов, если мы сделаем в прямом порядке, мы получим 16. Мы с вами можем также к 12 прибавить 4, то есть от 12 в прямом порядке сделать 4 шага. Получим тоже число 16. Это и есть сумма данных чисел. Давайте теперь найдем сумму. 2 плюс 10, получим 12. Так как мы с вами можем поменять их местами, к 10 прибавить 2. 3 плюс 16, меняем местами, получаем 16 плюс 3. Верно, равно 19. 4 плюс 15, меняем местами, получаем 15 плюс 4. Равно 19. 1 плюс 17 поменяем местами. 17 плюс 1 равно 18. 5 плюс 8 меняем местами. 8 плюс 5 получаем сколько? Верно, 13. 3 плюс 9 меняем местами. К 9 прибавим 3. Получим сколько, ребятки? Конечно, 12. А теперь наш умный цыпленок нам еще что-то хочет сказать. Итак, считая в прямом порядке на числовой оси, можно найти неизвестное слагаемое. 11 плюс неизвестное число, получаем 15. Давайте посмотрим, найдем число 11 и в прямом порядке с вами дойдем до числа 15. И посмотрим, сколько шагов мы сделали. 1, 2, 3, 4. Значит, 4 – это искомое число. 11 плюс 4 равно 15. Следующее задание. Каждый прыжок лягушки равен 1 единице. Сколько прыжков она должна сделать, чтобы оказаться на листочке? Составьте пример на сложение. Наша лягушка на числе 7. Давайте доведем ее до листочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лягушка сделала 6 шагов. Теперь запишем в виде примера. Лягушка была на числе 7. Первое слагаемое 7. Она сделала сколько прыжков? 6 прыжков, а значит, второе слагаемое 6, и оказалось на листочке под номером 13. 13 – это есть сумма, а значит, 7 плюс 6 равно 13. Теперь найдем неизвестное слагаемое, считая в прямом порядке на числовой оси. Для начала представим числовую ось и приступим к решению примеров. 13 плюс неизвестное число, получаем 15. Давайте с вами найдем число 13 на числовой оси. Мы должны получить 15. 1, 2. Для этого мы сколько шагов проделали? 2. Значит, 13 плюс 2, получаем 15. 11. Найдем число 11. Найдем с вами число 11. Сколько шагов надо сделать, чтобы дойти до числа 16? 1, 2, 3, 4, 5. Значит, 11 плюс 5, получаем 16. 9 плюс неизвестное число, чтобы получилось 14. Находим число 9, дойдем до числа 14. 1, 2, 3, 4, 5. 5 шагов. Значит, 9 плюс 5 равно 14. 10 плюс сколько, чтобы получилось 20? Находим число 10, дойдем до числа 20.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, 10 плюс 10 равно 20. А теперь откроем рабочие тетради на страничках 16 и выполним задание номер 1. Составь пример для нахождения общего количества рыб в трех аквариумах. Для проверки ответа посчитай всех рыб вместе. Сколько рыбок в первом аквариуме? 5. Сколько рыбок во втором? 3. А в третьем тоже 5. Какой пример можно составить? 5 плюс 3 плюс 5. 5 плюс 5 – 10. 10 плюс 3 – 13. А значит, в трех аквариумах 13 рыбок. Для проверки давайте посчитаем и посмотрим, правильно ли мы решили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот мы с вами посчитали, а значит, мы решили верно. Рабочая тетрадь, страница 16, номер 2. Составь пример для нахождения общего количества кружков. Пункт А. 4, 6 и 3. Запишем это в виде примера. 4 плюс 6 плюс 3. 4 плюс 6 – 10. 10 плюс 3 – 13. 13 кружков всего. Пункт Б. 7 кружков, 5 кружков и 4 кружка. Запишем в виде примера. 7 плюс 5 плюс 4. Итак, к 7 прибавим 5. Получаем сколько? 12. 12 плюс 4 – 16. Всего 16 кружков. На этом наш урок подошел к концу. Напоследок вам задание. В рабочих тетрадях на страничке 16 выполнить номер 3, на страничке 17 выполните задание под номером 4 и 5. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч!